В распоряжении нашей программы оказались видеокадры, посмотрев которые, кому-то из злоумышленников, возможно, захочется перебраться в Брянск. Как оказалось, в этом городе работают по-настоящему сердобольные наркополицейские. На одной из операций они поймали драг-дилера, а тот вдруг почувствовал себя плохо и тут же сообщил об этом оперативникам. Реакцию оцените сами. Сознание сюда. Сознание? Да. Сейчас я тебе чуть-чуть услышу. Я же тебя сознание, честно говорю вам. Кому будешь? Ты испугался чуть-чуть, да? Да. Это бывает, это... Ну не надо просто продавать наркотики, все будет хорошо. Когда наркоторговец пришел в себя, его все же забрали в отдел. В машине мужчины было 5 килограммов гашиша и деньги, вырученные от продажи отдельных доз. Улики весомые, так что на столь же добродушную реакцию судьи злоумышленнику вряд ли стоит рассчитывать.